Эта экскурсия прилагается к покупке фальшивых сертификатов о вакцинации. Если вы заболеете, вот койки. Они очень комфортные, но придется лежать строго на животе. Начнете задыхаться, этот прибор покажет, сколько осталось от ваших легких. А это ИВЛ, он буквально будет дышать за вас. С этим он точно справится. А справитесь ли вы? Это реанимация. Последнее место, откуда есть шанс вернуться домой. А это самый тихий коридор в больнице. Здесь может закончиться ваша экскурсия. Не платите за нее жизнью. Вакцинируйтесь.